Димитровградцы мерзнут без горячей воды и тепла. Все из-за многочисленных порывов на теплосетях. Только в выходные в городе атомщиков произошло 5 порывов, и 35 домов остались без отопления. Понедельник принес новую аварию. Без тепла остались 178 домов. Это дома в 4-м микрорайоне, улицы Циолковского, Победы и Драгобыческая. Местные градоначальники хоть и бросились решать проблему, оперативно устранить ее не смогли. Взволнованные жители забили тревогу в соцсетях. А коллеги-то вообще, так сказать, там, которые, так сказать, назвались там, должны, так сказать, там как-то управлять городом-то? Или они просто, так сказать, там лапшу на уши людям вешали во главе, так сказать, там с известным персонажем? По поручению главы региона разбираться в проблеме в Димитровград отправился министр ЖКХ Александр Черепан. Причина отключений воды и тепла – утечка на теплосетях компании «Ресурс». К приезду министра часть порывов были уже устранены. Параметры рабочие на теплоисточнике, температура растет. Сейчас мы пригласили управляющие организации для того, чтобы организовать работы по нормализации гидравлического режима, стравливанию воздуха с систем и прогонять системы домов по завоздушиванию с тем, чтобы нормально отопление пошло в жилые дома. Котельная запущена повторно. По температуре приборного учета мы в удаленном доступе наблюдаем за поднятием объемов, за поднятием температуры. Также министр посетил сам теплоисточник, пообщался с сотрудниками. Сегодня, по словам коммунальщиков, во всех домах дали отопление и воду. Проблема с порывами остается лишь в 3 домах по Московской улице. Горячую воду жильцам уже дали. До конца дня включат отопление. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.